хотим его сегодня проехать полностью. А там уже посмотрим, как оно будет. Посмотрим, что тут дальше. Тут вроде ничего такого интересного. Ой-ой. Кажется, я немножко перепутал. Неплохо. Серега молодец. Мы знали, что он хорошо едет. Ему чуть-чуть бы, может, побольше колеса, хотя он и на своих едет нормально. Ему бы симаки, они легче и по зацепистей. И было, по-моему, вообще хорошо. Просто патриоты? Мы сегодня идем по тому же маршруту, я вам повторяюсь, да? Мы идем по маршруту УАЗов. УАЗы проходят вот здесь, вот сюда, и на меня, получается, по бревнам. Если у кого она получается, он максимально вот сюда берет. Если не получается, туда уже ныряют сюда в грязь и пошли. Олег. Мы хотим испытать судьбу. У Нивы своя траектория, она делает, умеет делать вот так. Вот сюда едет, прям на коксе, на первом. Оп, замри. Три колеса. Назад. Стоп, стоп, сюда. Дим, у него блок или граната хрустит? Граната. Замри. Ну вот мы с Димоном одинаково мыслим. Я бы туда уехал. А он не хочет. Отойдите, пожалуйста, ребят. Эй, ты! Он хотел сюда? Кос! А зачем? Ты ж стоял нормально. На полностью, полностью. О-о-о-о-о-о-о-о. Ничего себе. Ничего себе. Долбить он не будет. Долбить он сегодня не будет. Я, говорит, аккуратно. А? Как Серега хочет? Сюда прям? Ну давай, деревья есть. Там бревна опасно. Назад! Назад! Вперед! Бревно, там бревно под колесом. Все, 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 все. Стой! 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 Все! Все! Спокойно! Ты на бревнах, Серег! Сережа! Ты на бревнах! Поэтому там бревна, понимаешь, и все. Я уже понял. Женя, давай, летит. Наверное, поэтому сюда и не ездят. В эту чачу. Ой-ой-ой! Thank you.
сюда, все вот сюда, вот. Я думал, вон как пацаны шли. Хочешь, вот сюда засади его. Оп! Зачем газ брать? Туда! Так куда угодно. Все, зря это вы сделали. Он не понимает, куда ехать, Саш. Что ты ему не говоришь? Да, да, да. Ну, Дима, ну сколько сказано раз. А, все. Давай сюда уже. Он уже туда не выйдет. Пока нет. Это что за грязь и машина? Колеса! Нет, колеса! Ого! Ого! Еще пускай пару раз. Не, назад. Он сейчас себя засадит туда бочиной. Сань, лебеди. Ну, немного раскорячили УАЗика. Но ничего страшного, бывает. Не, он практически выехал, сделал пару ошибок и назад съехал, плюхнулся, все. А так бы нормально, был шанс выскочить. Рулем пробуй, рулем, вот, пошел. Ну сюда только джипник переворачивай. А, туда? Сейчас я попробую. И пошел. Вообще без проблем. А в лицо-то зачем? Спокойно, поехал. Для УАЗика это сегодня нет. Я думаю, что основная часть у людей проблема с прокладкой. Видимо, да. Грубо не звучало. А тут видно, что человек 2 года в армии по Геленджика лесам гонял на УАЗике. Сразу
какой-нибудь. Блокировочку бы. Командир хороший был, научил. Все, поехали дальше. Да отстань ты от человека! Смотри, какое было. По колено. Просто почему не выехал? Вот здесь вот колеса упали, кто-то уже копался и колесами наворачивал передними. Он ну тебе на... только сюда. На пузе. Я сюда поеду. Зачем? Кто увидит? А он отпускает газ в ненужный момент. Вот здесь, ну, зачем? Да. Сильнее газ! Вот, еще газу! Ты бросаешь в самый ненужный момент. Крестовина клацает. Нива траектория. Ну, проехал. Колеса чуть лево. Думали, джимник из-за короткой базы пройдет, но нет. Не хватило ему тут. Слишком хорошая ступенька. Ну вот он чисто этими поперечинами цепляет. А парни у нас там сухие деревья ломают, избу хотят собрать. Все. Нет, давай. Да все, на порогах. Да он не на порогах, а он на раздатке. Ну он раздатке и пороги. А, с той стороны на пороге? Да, полностью. Все, мы поехали, вытянитесь. Ну дальше проверять. Ну да, до следующей. Видишь, они слишком часто тут. Все так же. Пошел!
Газу, 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 газу уже! Нету. Назад, назад, спускается заново. Не выбило. Назад, ровно! Они не слушают. Там лебедка, не дрочи машину. Стой, стой, стой! Она там не держится. Вот так вот, и вот сюда впритык, вот тут отходит. То есть вот так вот, и вот сюда прям выходи. Крути, 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 крути. Олег хотел пробить свою колею вот сюда прямо и выехать. Но почему-то не получается пока. А вот маленькое деревце, оно помешает. У Олега своя траектория. Забирай! Ситуация. ЦСТшки разулись, кстати, забыл сказать. Он сюда выпрыгнул, ехал первый. Прыгнул, пошел долбить и ударил в колею. Какой? Ты. Чё? Ты мне там поформани. Хорошо. Надо джимнику помочь. Короче, Костян пошел сюда и где-то вот здесь ударился в колею. И, по-моему, вот здесь вот разулся. Да, вот он пошел туда. И, ну, в общем, слетела ЦСТшка, но мы ехали на 0-3 колесе, без бедлоков, тайрлоков и так далее. Вот, так что кайфуем. Хороший день, время уже 3 часа, наверное. А мы не проехали и половинки. Сильно, но... Давай, 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 молодец, малыш, давай. Чуть-чуть назад. Давай просто сюда, вот сюда езжай. Нет, сюда. Да-да-да. Стой, не крути руль, не крути руль. Просто ровно выставь. Все, давай. Давай, 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 родной. Да не крути ты руль. Давай еще назад, вот. Тебе чуть-чуть вот на ступеньку выпрыгнуть. Давай, газу. Давай, 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 давай. Во!
Влево, вправо, 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 вправо. Влево, блин, извини. Все. Убирайте туда дальше, Дэн. Прогоняйте. Олежа пробовал своими траекториями, не получилось. Эх, ступенька. Сейчас с той камерой моментик. Оп. Разгон пошел. Стой. Давай, еще раз. Назад. Еще, еще, еще. Заскочит. Еще. Да, да, да. Все, давай. Чуть-чуть разгончика, только чуть-чуть. Слушай, ну ни у кого не получилось пока туда выехать. Нет, вот именно туда. Он газ отпустил. Хорош. Ну ты его правильно, да, он газ отпустил. Если бы газ не отпустил, бы заехал вообще. Скажи, что пускай посмотрит подальше. Подальше, подальше разгон наберет. Без гидроусилителя тяжко. Давай, 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 родной, давай. О, идешь, хорошо. Вылетела опять первая. Ну, проблемка какая. Давай, 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 давай. Стой. Не, ровно и назад, ровно и назад. Смотри, идет. Стой. Ему назад надо, вот. Рулем, рулем, крути, рулем. Выводи его еще туда. Камень, камень, видишь, он об него мог. Я не знаю, я бы попробовал тут лучше. Да, я бы тоже. Что тут дай лучше. Покараться, а? На, держи. Давай сюда. Все ты... направо. Ой. А что слева не? Да она везде жижа внутри. У нас есть эстет и специально обученный человек в эйдерсах. Ты по центру идешь, иди сбоку. Тут ветки, не камни, а ветки. Не надо, Костян, тут какая-то хуйня. Там атакон. Назад.
Давай. Стоп. Руль сюда. Стоп. Медленно, давай. Пошел. Стоп, назад. Оп, чуть сюда руль. И побольше газ. Давай. Стоп. Руль чуть выкрути в ту сторону и назад. Чуть-чуть. Я думаю, прям по колее. Руль на меня. Да, но только сильно не долби. Пошел. Стоп. Руль выкрути. Его прикинь, его назад. Сейчас раскорячит, его сейчас лебедит. По прямой давай. Нет, сюда. Я про то, что сейчас еще морду еще проверить станет. Раскорячили. Ну, в общем, там что-то лежало, наверное. Но если это лежало, то Сережа с собой это все забрал. О, там Олег выезжает. Давай. Все, сам. Ровно в колею выставили и выехали, без раскорячивания. Молодец. А, говорят, тут Костян рубился, пока мы Олега машину смотрели. У него что-то с рулевой случилось. Все, пошел джимник. Блин, нифига себе тут. Стой, у него трос упал. Самое опасное такое вот время, настроение, когда уже 12 часов там, ну примерно в лесу, там около 10, а небольшая усталость, плюс уже героизм, что столько проехал луж, и начинает долбить газ в палас, а машины-то все равно устают, привода устают, гранаты устают, и вот в этот момент начинают рваться. Лишний раз не хотят лебедиться, то есть, типа, я сейчас назад сдам, газану и проскочу. И из-за этого начинаются ошибки. Ошибки, как правило, приводят к поломкам. Вот опасная вон промойная еще там прям вниз туда. Вы прям подрасчесали свою машину и с бампером, и с обвесами. Говори. Отлично.
Чё? О, хал! Никто халка не ждал. Ну, должен был с нами поехать. Алло, пацаны! Что-то вы долго едете. Да мы вас ждали вообще на самом деле. Едем, там остановились, сколько мясо. Сколько раз останавливались? Мясо пожарить там. Сколько поумок было? А УАЗика вытянули? Какого УАЗика? Который полосе сломал. Какой УАЗик полосе? Не знаю, подлёт ехал. Он с нами ехал, но он развернулся. И у него стартер там моросил, и все. Вы лебедку хоть раз разматывали? Ну, мы на него вытащили. Нет, вытащили его. Его вытащили. До свидания. Мы его только лебедку испачкали за него, его тянули вверх. Вы полетите вперед или с нами поедете? Мы с вас догоняли. Мы выехали в 20. One love, пацаны, one love. Нас тут это, читеры догнали. Выехали в 2 часа дня, как тебе? А сейчас сколько? Долго. Слушай, а сейчас сколько? Три? Ой, ты что тащишься, блядь? Офигеть, так мы ждем много. Здравствуйте, дорогие мои. Мы УАЗика вытянули. Он на подъеме поломал перед. В общем, Толик нас догнал, рассказывает то, что мы... У нас была 6-я машина. Патриот синий. У него поломался стартер. Он говорит, я не буду, говорит, я поеду назад. Но он стоял наверху. На подъеме там, вот, на котором спуске мы были. И мы думали, он спокойно развернется и поедет домой. А Толик говорит, мы его спускаемся, он внизу стоит. И он, когда ехал вниз, порвал полуось. И человек... Ну, в общем, они его подняли наверх, на Ниве тащили, на Халке. И потом он уже поехал. Ну, там спокойно, там что, 40 минут и доедет. Но то, что он порвался, конечно, беда. Вот тут остановись! Стой, стой, стой! Аккуратно, пошел. Да-да-да, вот так иди, вот так и иди. Да-да-да, отлично, 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 отлично. Да-да-да, все, все ровно, вот так. Оп, давай. Хоть так падай, во. А у нас тем временем пошел долгожданный, по прогнозу, дождик. Там Дэн внизу в УАЗике? Да. Ведет да, его? Да. Нет, ведет его. Дэн, да. Помогает. Смеркалось. Я назову так эту инсталляцию. Все. В лучших традициях ночное рубилово. Ага. То есть Нивы все здесь, а джимника с УАЗиком нет. В лучших традициях у нас стемнело, пошел дождь. Мы стоим перед Вуланским перевалом. То есть за весь световой день с обедом мы не доехали даже на Вулан, не проехали его. Вот, ждем УАЗик, он там у нас встрял. Немножко его подчинили. И сейчас поедем дальше на Вулан. Время 6 вечера. Мы в пути уже 9 часов. Вон красная стоит Нива. Сейчас ее... Вот. Все, стоят, отдыхают. Мы на Вуланском перевале заехали с первой попытки без остановок, без сходов. Просто на одном газу на первой передаче спокойно поднялись. Короче, ситуация такая. Вон пацаны, они кипят, лебедятся. Это Вуланский перевал, поднимаемся на него уже. Симба стоит, Халк нас догнал, стоит, там еще джимник вдалеке и УАЗик. Ждем, ждем, пока парни с Геленджика остынут, и дальше по очереди будем подниматься на Вуланский перевал.
Дим, давай быстрее. А, да, ребят, ну, наверное, все-таки уже общепринятый факт, что мы не едем, как мы хотели изначально, по маршруту. Мы сходим с маршрута и поедем на Архипку. Ну, это получается типа легче и короче. Уазик, я думаю, сам пойдет. Заглох. Не хватает напруги. Ебать. Это было страшно. Есть ощущение, что тебе что-то оторвало. Что? Походу. Второй трос. Что там с концом? Порвали. Порвали трусы. Это что такое за звук был? Трос порвали красный. Ну, похер. Сейчас привяжем. А что делать? Да. Зимние колеса левее сделай. Все, не сядь, не сядь. Вот так. Стой. Ну я вижу три, все три трусы. Правая, задняя не вижу. Передняя левая сейчас не крутит. Они вроде так много закрутила. Вот, смотри, как все проезжают. Так же и предыдущие проезжали. Вот на тот камень я сел. Смотри, как Халк едет. Ты-то уже? Приплыл. Даже на Альби сегодня поработает. А тут поправо, по-моему, можно обойти. Да.
вода в хате. Все, есть, есть. Дай телефон, покажу, какой уровень был. Назад, давай. Давай назад. Костян, давай, там есть место. Сейчас. Ты не промок нормально? Я? Кто, я? Нормально. Нормально, сливается. Все, поехали. Проехали мы в Уланский перевал, спуск точнее с него. К сожалению, я выскочил, начал всех штурманить и никого не снял абсолютно. Там Саша снимал, по-моему. В общем, все спустились, все по бровке, все правильно. Единственное, Сережа у нас из Геленджика, блин, сполз, получается, ехал по колее, но она мягкая, он даже не поцарапал ничего, просто проехали. Буквально нам минут 20 и... Да какой 20? Минут 5-7. Поехали дальше. Выехали из леса, едем в Шаду на базу отдыха. Чем хороший ливень. А на видео, конечно, вообще ничего не понятно. Но ничего не видно.